Тверь вместе со всей страной отметила 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. По этому случаю обелиска Победы прошел торжественно-траурный митинг и возложение цветов. Репортаж с места событий. В августе 1941 года немецкие войска окружили Ленинград. Начались долгие дни блокады. 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. 900 дней борьбы за жизнь, за свободу. Более 700 тысяч человек погибли от голода, бомбежек и артобстрелов. За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за все время войны. Но ленинградцы выстояли и победили. В честь 76-й годовщины освобождения Ленинграда от вражеской блокады на вахту памяти обелиска Победы заступили воспитанники военно-патриотического объединения «Сокол». Сейчас нам трудно представить, насколько страшным было то время. Ленинградцы навеки вписали свои имена в историю Великой Отечественной войны. В этот исторический день для всей страны, пришедшие на митинг тверичане, отдали дань уважения всем, кто перенес блокаду Ленинграда, и вспомнили всех, кто погиб в это страшное и трудное время. Минута молчания. Беспримерное самопожертвование простых ленинградцев помогло им не просто отстоять свой любимый город. Оно показало всему миру, где находится предел возможностей фашистской Германии и ее союзников. Мероприятие завершилось возложением цветов к обелиску Победы.